Меня зовут Илья, мне 20 лет. Начал заниматься, увидел в этом потенциал. Мне нравится драться, я с малых лет дрался, но не умел, ну, не было техники. Я просто, мы выходили там со школы, решали, кто там, типа, кто сильнее, кто. Жизнь — это есть борьба, надо показывать молодежи, что есть другой выход с этой. Я бы хотел бы поблагодарить моих тренеров, моего тренера Павла Кулеша, которого тренирует меня в этом зале в КРБК Team. Очень достойный парень, тренер. Мы в этом зале как семья растем, тренируемся. Я всегда мечтал попасть в этот зал, всегда мечтал тренироваться и буду тренироваться дальше. Это моя мечта, я готов и буду играть. Илья пришел на тренировки в зал, когда мы тренировались в старом зале. Это было достаточно давно. Тогда как раз была подготовка к соревнованиям, там парни все готовились, и были заключительные спарринги, и он сразу пришел и сразу попросил включиться в спарринги, и сразу очень хорошо себя показал, победил, потому что он очень старательный, он постоянно тренируется, вне зависимости, либо в этом зале, он постоянно ездит в другие залы, развивается, разносторонне развивается. Покажет то, как подготовился, кто к этому шел больше, кто этого хочет, у кого больше там стимул выигрывать. Увидим. Илья очень старательный, он занимается не только в этом зале, он ездит по разным залам, развивается в разных направлениях и ездит на разные соревнования, тоже побеждает в этих соревнованиях. Конечно, там, иногда не без этого бывает проигрывать, но чаще всего побеждает, и я думаю, что в дальнейшем он будет тоже побеждать. Будто я родился ради этого, понял? Будто хочу драться всю жизнь. Да, будь таким же целеустремленным, не оставайся, потому что это боец. Хочешь, конечно, там и людей. Болезненно для женщины, особенно когда твоя жена в будущем будет смотреть бои. Ну это здорово, это круто. Также я бы хотел еще отметить Павла Кулеша. Он очень достойный тренер, очень много вкладывает в нас, наша команда. Это мы, семья каждый, брат за брата. И думаю, в дальнейшем будем только расти и выступать. Yeah.
Также хотел отметить и моего старшего брата Ибрагима, который тоже вкладывает мне душу, тренируем по грэпплингу, по вольной. Только хочет, чтобы я рос и рос, мы будем расти дальше. Также хотел бы еще отметить тренеров, которые я езжу, тренируюсь в Ауруме, катаюсь тоже с хорошими ребятами, достойный клуб, очень уважаю этого тренера. В этом бою я желаю Илье удачи, показать свой характер, выносливость, силу духа и здравый ум. 10 мая я покажу, насколько я подготовлен. Я уверен в себе. Готов с каждым драться. Все равно с кем. Какая весовая, какая возрастная. Главное дух.